Oh, yeah.
же стою пред тобой на коленях, слезы текут, я молю о прощении все, чем была жизнь полна. Все, чем жила и к чему я стремилась, миг унеслось, и мне нечем хвалиться. Все, чем жила и к чему я стремилась, миг унеслось, и мне нечем хвалиться, лишь тобой. К тебе, мой Бог, хочу туда. Освещает град, цветы роняют чудный аромат, и глаз не видел, как цветет небесный сад. Я хочу туда, Бог, возьми меня. Стремлюсь душой к святой отчизне, живу мечтой о вечной жизни, что ты со мной, мой Иисус. Но трудно идти, так бывает порою, я вознесусь над унылой землею, лечу к тебе навстречу навсегда. Туда, где слава Божья освещает, цветы роняют чудный аромат, и глаз не видел, как цветет Эдемский сад. Я хочу туда, Бог, возьми меня. Сын плотника он был для многих, ни вида, ни величия в нем, а люди ждали Сына Бога, вообразив его царем, что были слуги, скороходы, дворец на удивление всем, а он, да он среди народа не выделяется ничем, он так похож на пилигрима, и так крута его тропа, он проходил смиренно мимо, когда гнала его толпа. И трудно, трудно было верить, что Он Мессия, Он Христос, что Он открыл спасение двери и смертным вечное принес. И только раз, взойдя на гору, вдали от суеты людской, учеников, смущенных взором, явил небесный образ свой. Там, на горе Преображения, открылось небо торжество. Так Он разделит славу с теми, кто принял верою Его. Кто малым, бедным и гонимым грядущей жизни видел свет, кто не прошел надменно мимо, но принял верности завет, кто не спешил земною мерой измерить дар любви святой. Христос, Ты дал мне эту веру, как хорошо мне быть с Тобой. Аминь. Любовь
Любовь сошла с небес на крест кровавый. Так возлюбил Бог мир, что Сына Он оставил, чтоб нас спасти. Ты слышал ли о том, что грешник может быть прощен, Христом прощен, чтоб нас спасти? Ты слышал ли о том, что грешник может быть прощен, Христом прощен? Ты все от жизни взял, но как ты беден. Мир накормил тебя полынью, а не хлебом. Здесь есть один, он плакал о тебе. Он говорит: приди ко мне, приди ко мне. Здесь есть один, он плакал о тебе. Он говорит: приди ко мне, приди ко мне. Он не пришел к святому во фарисею, пришел он к грешнице, к слепому, в Артимею. Он раны их с любовью исцелял и от грехов освобождал, освобождал. Он раны их с любовью исцелял и от грехов освобождал, освобождал. Шел с крестом на смерть, на осуждение. Он шел за нас с тобой и был отвергнут всеми. Он знал, что ты к нему еще придешь с глазами мокрыми от слез, к нему придешь. Он знал, что ты к нему еще придешь с глазами мокрыми от слез, к нему придешь. Преображайтесь в образ нетленного и святого Иисуса Христа. И черпайте с источника ценного для духовного роста всегда, чтобы образ Иисуса Бессмертного в ваших душах огнем возгорел. Избегайте земного, неверного, и живите, как Бог повелел. Слово Божье – питание для духа, поучаться в нем нужно всегда. И в молитве духовного слуха достигайте, чтоб слышать Христа. В чем основы всего христианства, нам расскажет Святое Письмо. Как в себе сохранить постоянство, соблюдая все пункты его. В мире встретим и боль, и гонения. Но пусть образ Иисуса Христа будет виден для всех без сомнения в нашей жизни, везде и всегда. Пусть дела наши будут такими, что расскажут о Боге другим. И пусть мир нас считает плохими, что на грех их указываем им. Возрастать будем в образ нетленного и святого Иисуса Христа, чтоб держаться учения верного и стремиться
домой, в небеса. Аминь. Боже, всіх людей, що маєш, певно знаєш ти, і до серця прокладаєш кожному мости. Я знеміг, ти відгукнувся, зняв напруги струм, дух твій лагідно торкнувся мого серця струм. Ти на рай змінив пустелю у душі моїй і в духовних акварелях четься образ твій. Я щасливий і плекаю неповторну мить, серцем всесвіт обіймаю, прагну всіх любить, обвіває тепла повінь радощів з небес, і мій дух в єстві Христовім з Господом воскрес. Я щасливий і плекаю неповторну мить, серцем все світ обіймаю, прагну всіх любить. Слава. Вот снова в комнату свою зайду, закрою за собою тихо двери и буду ждать того, того, в кого я верю. Я буду ждать Иисуса моего, того, кто дал мне жизнь и дал дыхание, того, кто мне важнее всего, склонясь в молитве, в ожидании. Я так хочу, чтоб ты, Иисус, пришел, чтоб просто посидел со мною рядом, чтобы обнял меня своим теплом, а большего и вправду мне не надо. Я не хочу свои проблемы рассказать, ведь ты и так все это знаешь. От сердца я хочу тебе сказать: спасибо, что меня ты охраняешь, спасибо, что ты милость мне явил, спасибо, что пришел на эту встречу, спасибо, что любовь свою излил. Спасибо, Иисус, за этот вечер. Аминь.